Таксист нашел в аэропорту Красноярска пачку долларов и по-честному отнес валюту в полицию. Но богатство вернулось, еще и, можно сказать, с процентами. Прошел ровно год, а настоящий хозяин денег так и не объявился. Были, конечно, желающие их присвоить, но проверку на честность никто из претендентов не прошел. В таком случае, по закону, вся сумма достается тому, кто ее нашел и передал в полицию. Кстати, в пачке было несколько тысяч долларов. В рублях это несколько сотен тысяч. А если учитывать скачок курса валюты с тех пор, то честность таксиста оказалась выгодной инвестицией. Но сам счастливчик от комментариев пока отказывается.